«По воле волн». Так называется песня Сергея Березина и Ларисы Рубальской, которую «По воле волн», «Балтийских волн» принесла наша гостья из Таллина Анне Вески. Вместе с ней летний курортный сезон в нашей программе с удовольствием открывают участницы ансамбля «Контраст». По воле волн уже оставила река. По воле волн совсем другие острова. По воле волн у жизни новая глава. По воле волн уже оставила река. По воле волн совсем другие острова. По воле волн в жизни новая глава. По воле волн уже оставила река. По воле волн совсем другие острова. По воле волн у жизни новая глава. Спасибо Анне Веске, желаем вам и дальше оставаться на волнах успеха. Ну а теперь о ведущих, которым, в общем-то, не мешало бы уже войти в круг программы. Выбрать этих ведущих и назвать их имена мы поручили самому строгому судье. Перед началом концерта мы заложили творческие данные всех, без исключения участников программы, в уже знакомый вам компьютер Микроша, дисплей которого выведен на электронное табло спорткомплекса «Олимпийский». Готов компьютер? Мы все в ожидании, все в нетерпении. Вот так. Лариса Григорьева, группа «Кукуруза» и Михаил Муромов. Итак, компьютер Микроша сделал свой выбор. И выбор хороший. Стих сам сочинил. Здравствуйте, дорогие товарищи. Добрый вечер. Звучит финальная сирена. Первая половина встречи закончилась. Перерыв. Простите, тут мне... Принесли заявку. Студия «Ласковый май» просит назначить дополнительное время. Что скажут боковые судьи и судьи на линии?